Удилкам сегодня, я в... Червячки в некоторых были не... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, не сойди туда. Сначала, как обычно у нас, да? О, ребята, та-та-та-та. Опускаем прям там, где я ловил, и смотрим. Ребят, всем привет! Сегодня, как вы, думаю, догадались, уже очередная зимняя рыбалка, но сегодня немножечко будет по-другому. Я, по крайней мере, так надеюсь, планирую. Сегодня я буду идти по такому длинному каналу и пытаться поймать не только хищника. Тут есть окунь, есть щучка, есть судачки, но и сегодня на безмотылку, на мормышечку буду пробовать поймать мирную рыбку. Тут даже на спиннинг частенько попадается и густерка, подлещики, козлики, карась даже попадался мне, тут плотва есть, тут, ну, то есть вот это все мы тоже сегодня попробуем поймать. Как обычно, я пришел, сразу камеру не вешал, пробил несколько луночек и пошел по ним, пошел, сегодня балансиром начал. И вот, скажу, опять-таки хороший, неплохой размер. То есть сначала, как обычно у нас, да, такое неплохое, посмотрим, что нас будет ждать дальше. Так что, все как обычно покажу и расскажу. Погнали! Да, конечно, размер не тот. Ничего, сегодня будем искать. Есть тут разные размеры. Смотрите, сразу же. Походил я так минуток 30. Вообще ничего не было. Начал продвигаться, и вот результат какой-то появился. Опять тоже мелкий. Ну, мелкий, это тоже интересно. Здесь все равно, здесь есть и крупный. Вот даже по тому первому, что я поймал. И тут вообще и я ловил. Есть такие даже по полкило красавчики. Просто надо его найти. Итак, ребят, рыбалка продолжается. Нашел я тут, короче, рыба есть. Рыбы много, тычков много. Только что я поймал судачка, но камера почему-то завыпендривалась, что и флешка не нравится. И я вам этого не покажу. Но только что такой судачок грамм 400, вот только что подбросик. Как увалил, я вам говорю. Хоть и небольшой, но это такая подача была, капец. Надеюсь, мы еще сегодня судачка поймаем. Вот подброс. Небольшие окуньки, но среди них по-любому живет и хороший. О, ребята, та-та-та-та. Вот так-то. Я же говорю, есть тут судачок, но этот еще больше. Офигеть. Вот это уже тема. Вы посмотрите. Обалдеть. Вот это красавелла. Этого покажу, конечно, поближе. Потому что это просто супер, смотрите. Вот такой красавчик. Сейчас мы его освободим и отпустим. Фух, класс. Да, сейчас мороз небольшой, так что я думаю, все с ним будет хорошо. Успел, пофоткался, поснимал. Ну что вам сказать, это круто, продолжаем. Это только начало. Третий пошел, ребята. Офигеть. Сошел. Маленький судачок был, вообще маленький.
Так, продвигаемся, ищем дальше. Итак, ребят, вот еще один красавчик. Ну, тоже небольшие, но, блин, как это круто, как это приятно. Вон, смотрите, где-то там. Так, открывай, будем освобождаться. О, вот это хорошо придавил. Есть, есть. О, да. Вот и размерок у меня получше стал. Отлично. О, красавчик. Ой. Ух, хорошо тыкает. Как он тыкает. Есть. О, смотрите, ну уже такие почти средние. Сегодня по-любому надо опустить туда камеру, потому что там такое творится. Там это столько, там столько его, что просто. Как обычно, не все так гладко. Только что начало клевать. Нашел окунек мелкий в перемешку с удочком. Классно. Просто на каждом там тыкает, тыкает. Есть, есть. Очень много поймал. Даже у меня же, говорю, камера глючила. Окуньков небольших прям надубасил очень много. Судачок вроде даже один не попал в кадр. Короче, блин, реально начал клевать. Думаю, вот это сейчас начнется. Прошло буквально, половил я, может, минут 15. И потом резко отключилось. Именно вообще резко и абсолютно. Ни окунька небольшого, ни судачка, вообще перестало клевать абсолютно все, я не знаю. То ли просто вот как обычно бывает с утра, рыбка активизируется, а потом перестает. Но тут резко выключилась. Или может она, короче, плавает, этот активный такой косяк взад-вперед. Ну не знаю, попробовал, пробежал в одну сторону, во вторую отключилась абсолютно, абсолютно вообще. Сейчас еще немного побегаю с балансирчиком. И потом, если будет все так плохо, переключусь в безмотылку. И все-таки у меня план сегодня был половить мирную рыбку, где-то найти. Так что опущусь опять-таки до безмотылки и попробуем уже на нее кого-то ловить. Так что поехали. Итак, ребят, вот, наконец-то началось, включился. Пошел назад косяк. Ну, небольшой, но все равно, хоть что-то, потому что вообще ничего не было. За нижний тройничок. Дождался, дождался. Смотрите, какой небольшой, и как он его съел. Он его съел полностью. О, нормально. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, вот это атаковал, так атаковал, смотрите. Хорошо. Хорошо. Такие небольшие, даже до среднего не дотягивают, но все равно приятно. О, смотрите, ну, в принципе, неплохой размер даже. Пузатые тоже, капец. Давайте, плодитесь, размножайтесь. Есть. О, да. Пошел уже и размер нормальный. Отлично. Тоже хавают очень жадно. Мало их тут. Долго сижу на лунках, но все равно приходят и фигачат. Вот то, что я говорил, видите, вот такие малыши тут живут. Но мне сегодня повезло, я поймал таких покрупнее.
Вот такую малышку запускаем. И вы посмотрите, какой идет лопатый снег. Ветра практически нету, снег просто вообще как в сказке. Сейчас только надо надеяться на чудо, что нам придет кто-то покрупнее. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, не сойди только. Вот это да, ребята, я такого просто... Я даже радоваться не могу, я просто в шоке. Помните, я говорил, тут есть хороший окуня. Вот он. Вы только посмотрите. Офигеть. Так, ребят, я вот так покажу. Это просто вообще, я знал, что тут такие есть, но я просто мечтал, что я такого поймаю, но я это сделал. Это жесть, это, наверное, такой под полкило красавчик. Вообще просто красавелла. Давай, 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 пошел, пошел, пошел. Хорош, есть. Самые часто задаваемые вопросы — леска. Леска у меня 0,18 Shimano Espire, диаметр 0,18. На безмотылке у меня стоит 0,10. Ну, я думаю, я до нее сегодня не дойду, потому что лучше я убрусь вот в такое чудо. Тут такие места, что или маленький, или уже сразу иди сюда. Так что я, наверное, сегодня задержусь на балансире. То, что я рассказывал, немножко подождет. Маленький судачок еще подбаганный. Так, беги, беги. Так, попробуем без мотылочку. Есть. Вот что я говорил сегодня за мирную рыбку. Тут есть мирная рыбка, вот плотвичка попалась. Ее можно, в принципе, на безмотылку было вить. Но эти крупные рыбы сегодня сбили этот план. Ну, сейчас попробуем. Это окунь. Чувствую, без мотылку надо убирать. Короче, не, ребят, без мотылку я не буду. Потому что, ну, видите, оно подряд, но размер не тот. Будем искать брата у того окуня. Небольшие, небольшие, но все равно надеюсь еще на хорошего. На безмотылку можно было просто тут раздавать. Балансир хоть так. Через раз тыкают, через раз мормышка, наверное, вот так вот просто. Страшни, мали. Страшни, такое вытворяют. Опять включились, только то утром. На зимние рыбалки, особенно вот когда мороз, я какие-то бутерброды брать не люблю, потому что они замерзшие, дубовые, все. А вот конфетки можно погрызть. С горячим чайком — нормальная тема. О! Показался повеселее, потому что забагрился. Забагрил за жаберную крышку. Так, сейчас попробую балансир побольше поставить и продолжать дергать, чтобы хоть немного, может, эти мелкие не так будет сильно задолбывать. Это уже интересно, ребят, поставил здоровенный балансир, наверное, блин, даже не знаю, шестерка, семерка. В надежде на хорошую рыбу. Отсечь у того мелкого и чтобы... поймать кого-то трофейчика. И только что был такой тюк. Еще и кислотный такой поставил, яркий. Ой, здесь вот такое ж. Идем дальше. Второй удар в крепыша, в этого здорового. Ну вот вам, пожалуйста.
все равно, как ни крути, побольше размерчики. Смотри, козлы малые, блин, что творят. Все равно им пофиг. Вообще пофиг на этот балансир. Давай еще больше. А больше можешь? А, чуть удочку не сломал. Не, ну видите, все равно чуть-чуть побольше начали клевать. Самые маленькие боятся. Во. Секрет разгадан. Чтобы как у меня были побольше, надо большой балансир. Все как всегда. Все легко и просто. На сегодняшней рыбалке я рыбку брать не буду. Кто видел на прошлой рыбалке, я взял себе окуньков, 7 штучек взял. Такие самые, какие хорошие были. Но, конечно, Днепро есть Днепро. Почистил я их, почистил. Червячки в некоторых были, не во всех, но в нескольких штук были. В принципе, ничего, ну, не выкидывал. Мы их на гриле пожарили, похавали. В некоторых икра была. Но все равно, когда вот ешь, и там где-то были черви, оно как-то так немножко аппетит теряется. Я, в принципе, не брезгливый, но все равно как-то не совсем прикольно. Сегодня всю рыбку буду отпускать, судачки тоже буду отпускать, поскольку мне их тут жалко, реально. Это такая классная речушка, тут и со спиннингом можно походить, она последняя замерзает, первая растает. Тут зимний спиннинг у нас очень хороший, поэтому судачков я брать по-любому не буду, хотя они тут плодятся, размножаются и радуют спиннингистов. Сидит, сидит, зараза. Все равно покрупнее, все равно побольше. Ага, там они, короче, сидят. Я, наверное, четко лунку вырубал. Там какая-то хрень, и они возле нее сидят. Первый раз мне повезло, я отцепился. Сейчас, походу, жестко сижу. Оторвал. Вот он еще один сударь. Есть. Тот балансирщик оторвал, поставил немножко поменьше. Или четверочка, или пятерочка, наверное. Вот такой вот. И вот. Давай. Пока не замерз. Вот такой вот. Ух. Это вроде уже с рыбой. Подсёк небольшая просто. Есть. Подброс хороший. О, это хорошая рыба. Это хорошая рыба. Не уйди, только не уйди. А, забагренный судачок. Я уже думал, это прямо что-то ужас. Вот такой вот. Мелочь. Тоже мелкий сударь.
Вот он, хороший размер. Клюет там, клюет судачок, клюет окуняки. Давайте сейчас нырнем и посмотрим, что оно там такое творится под водой. Что там плавает вообще. Опускаем прямо там, где я ловил, и смотрим. Судакевич.
Стал уже повеселее такой. Итак, по удилкам сегодня. Я, в принципе, все снасти оставлю в описании. Ну, сейчас покажу. Вот такой вот троечка сегодня целый день раздавал. На вот такой удочке. И вот такая вот четверочка. Это Select Smile. Такой тигровый коричневый окрас. Ну, вообще, я люблю, вот когда синяя спинка. Люблю такие балансирчики. Вот он сегодня преподавал. Леска тут 18-я. На безмотылку я сегодня сильно не упирался, там чуть-чуть потягало коньков, я понял, что это не дело, размера не будет. И вот такая вот лесоточка тут стояла, черная. Так, ребят, подведем итоги сегодняшней рыбалки вот с такой елочкой. По глубинам. Глубины сегодня были в среднем 2 метра. Было иногда даже 2,5, 1,5 возле берега понад камышом. Но в среднем было 2 метра глубины. Сегодняшней рыбалкой я не то что доволен, я, ну, это реально очень-очень классная, крутая рыбалка была. Во-первых, судачок порадовал тоже. Один из них был очень хорошего размера. И те, которые поменьше тоже. Это поклевка, это... Ух, следующее, что это окунь. Этот окунь, такого окуня реально даже летом на спиннинг попробую еще поймать. Такого крокодила классного. А тут в балансир, ух, классно. Вообще прям аж мелкого окуня. Реально можно было целый день фигачить. Клевал очень хорошо. Мормышкой вообще можно было даже самых вот таких маленьких. Его там получается, так понимаю, много. И балансир хоть немного отсекал вот этих самых маленьких. Правильно сделал, что перешел в большой балансир. То есть большой балансир я, наверное, где-то семерку поставил, который я оборвал. В него было намного меньше ударов. Но те удары, которые в него были, были такие крепкие, хорошие, мощные удары. То есть я так даже думаю, что это или хороший окунь, или уже судачки фигачили. То есть я сегодня рыбачу не до вечера, мне надо там по делам еще посылки отправлять. Вам же спасибо подписчикам, кто заказывает. Дальше можно было продолжать, взять балансирчик покрупнее, там пятерочку, шестерочку, даже семерочку. И просто ходить именно, упираться именно в крупную рыбку. Можно было продолжать, можно было ловить. День сегодня классный, вот этот снег еще такой лопатой шел целый практически день. Реально было красиво, классно. Конечно, для съемок это не очень. Руки замерзают, в объектив попадает, капельки, все эти дела. Но постарался сегодня снять такое красивое, хорошее видео. Скоро у нас весна, все растает, спиннингисты попросыпаются. Так что, ребят, не забывайте, у меня есть мой интернет-магазин Tour Story. Первая ссылка в описании под видео. Забегайте, там есть по спиннингу много всяких расходников. Силикон, вольфрам, хороший, недорогой. Силикон, крючки, застежки, все это, флюорокарбоны. Короче, в магазин мой заходите, помогайте, скупляйте. Цены адекватные, хорошие. С вами был Жека Докучаев, канал Tour Story. Если вам понравилось, не забудьте подписаться и поставить лайк. Еще будет очень много интересных, классных, хороших, крутых рыбалок. Все, всем пока, до следующего интересного видео. Давайте. Thank you.